Можно ли сказать, что образовавшаяся в чемпионате трехнедельная пауза после серии неудачных игр оказалась где-то на руку команде в плане того, что можно какие-то поработать над улучшением каких-то игровых аспектов? Да, ну, конечно, хочется начать Новый год, да, с хорошего настроения, да, и с хорошей игрой. И у нас было время для обдумать свои ошибки, да, и исправить, как вы уже правильно сказали, то, что мы неправильно делали, да, и тоже какие-то изменения в команде, как мы все знаем, произошли. Так что я думаю, что это время шло на пользу. Единственное, конечно, не было игровой практики, которая немножко может сказаться на какой-то уверенности, немножко каких-то взаимодействиях. Но это нормально. И я думаю, что игроки опытные, и это быстро мы, ну, как бы поменяем. Команда пополнилась американским легионером Моррисом Криком, который в прошлом году показал свою квалификацию в Суперлиге. Какие игровые качества могут помочь команде и в каком состоянии он находится сейчас? Ну, конечно, игроку нужно время, чтобы он вжился в команде не только в тренировках, но и в играх. Но что я могу сказать по Крику, что он игрок умный, хорошо понимает баскетбол, имею в виду и в нападении, и в защите. Сильные качества у него, сильный хороший бросок. Так что думаю, что он сможет нам помочь и показать, что он достоин быть нашей команде, потому что в данный момент он на проверочном периоде, так что посмотрим, как он вживется, да, в коллектив, в команду, что немаловажно не только его показатели на площадке, да, но и то, как он улучшит нас коллектив, командную психологию, команду и коллектив, потому что с этим у нас были своего рода проблемы в прошлом году. Чемпионат вы возобновляете матчем с Запорожьем. У Запорожья были такие периоды, что они показывали то лучше, то хуже игру. Да, не все зависело только от нас. И у Запорожья есть группа лидеров, которые могут набрать много очков. Да, и это и у Запорожья есть 2-3 игрока таких, которые надо быть особо внимательными, что они могут быстро за 10 минут набрать 20 очков, если ты не сыграешь очень хорошо против них защиту. Спасибо большое.